это мы можем наблюдать орбиты спутников, как они у нас ходят. Вот 10-19 год, это уже современная у нас экспозиция. Россия, США, Китай, Франция, Индия, Япония, Новая Зеландия. В Израиле тоже спутник есть. Южная Корея. Как вот они у нас ходят по орбите Земли. И по годам там дальше. 2009, 90-99, а это самое современное, 10-19 год. Так вот ходят спутники. Ну, прикольно сделали. Чё ж, мы сейчас на самом нижнем этаже спустились, вот ходим, смотрим. Луноходы здесь. Вот спутник. Луноход СССР. Да, конечно, музей прикольный. Тоже спутник.